Это право Дельта-9. Стоун в зоне видимости. Сэм, мы сейчас тут не сядем. Двигай к точке эвакуации. Понял, Гаррет. Ну, всем привет, с вами Фидос, и мы продолжаем ебашить в Сэма с третьего. Солнышко. Ладно, наша главная задача — прорваться к вертолету. Ну все, мы жуткий музей прошли с вами. Вот он стоит там. Ну, продолжаем. Прочищать их путь тут. Так, меня тут, смотрите, как дружелюбно встречают пацаны. Пацан, очнись, очнись. Так, дружно, блин. Как это синхронно не сделали. Так, пацан, ты слишком быстро все делаешь. Кстати, что не нравится мне в этой игре, что когда вас ранят, то экран сильно мутнеет. И как вы знаете, неприятно. Все так размазано и начинает, знаете, глаза болеть. Главное, в первых частях его нет. Смотрите, как экран мутнеет. Как будто кто-то кончил на экран. Так, что тут написано? Арахнофобия. По очереди, пацаны, ну вы поняли, да? Я ваш, короче, новый автокол. Нарский автокол. Ой, я ни хрена не верю? А, мы что-то подорвали. Сколько мяса, столько крови. Натис, прыжка прям. Пацан, а ты как бы прям опоздал. Вот картечь. Так, ау-о. У нас тут достаточно много патронов для двухстволки. Парень, назад. Провалился от страха. Ну ладно, это в принципе нормально для этой игры. Просто баги обычные для такого компьютера. Ну-ка, а вы что так смешно выглядываете? Хорош, нахуй садится. Ладно, давайте песик ушел. А, не взяли там, ну ладно. Один мини-секрет, господи, какой-то секрет. Меня прикалывает, когда он нападает, и в случае неудачи он так смешно останавливается. То есть, что-то там о своем думает. Найден секрет? Да в смысле секрет? Он лежал на самом видном месте. Что за херня происходит?
Вот давайте сейчас тут тоже вот эта броня будет секретной. Блин, я уже хотел по привычке, как во второй части Сэма, гранату. Камикадзе такой смешной, сначала остановился, посмотрел, где я, и побежал. Ты не устала? Ты добежишь, я в тебя верю. Добежал же, я говорю. Не знаю, кто это орёт. Чё, не ожидали, да? Я тут обход с фланга сделал. Вы знаете, вот как комары орут, да? Вы не знаете, от где они? Вот так же камикадзе. Неизвестно откуда они приближаются. Сдаетесь? Так, берем патрончики вкусненькие, которые. Так, тут у нас что? Ну, один секрет. Ну ладно, в принципе, он достаточно был хорошо скрыт, поэтому, в принципе, его можно считать как секретом. Эй, ты куда? Я тебя не отпускал. Сэм сказал, как будто это его питомец. Я тебя не отпускал, пидор. Со мной шутки плохи. Ой, ты бы мою маму видел, Сэм. Ой, а что за херня? Почему-то все как-то плохо затекстурит. Я не понимаю, что происходит. Я, наверное, это из-за того, что идет запись, и, соответственно, как бы все так вот фигово прогружается. То есть текстуры плохо прогружаются. Ничего, похуй. Так, чё? Куда пойдем? Как меня раздражают эти камикадзе. У них даже автоматы есть. Сука, как мне бесит эти камикадзе, задолбали. Я здесь, я здесь. Ты сука, я здесь. Молодец. Что? Что тебе надо? Кусок мяса. Умрите. Ой. Ладно, я понял, там занят. Ай.
Мне все-таки прикалывает, как они вместе так вот поднимают оружие. Вообще, я знаю, что тут тоже есть секрет. Но этот секрет почему-то у меня не активируется. Вот почему. А, смотрите, у меня этот включился. А, слово забыл. Парни, ладно, убегай. Берем картечку. Блин, я подумал, что это патроны к автомату. Просто они так похожи. Блин. Стоп, ты только один был? Мне показалось, там с тобой еще напарник сидел. Тут так еще иероглифы, но они мне не нужны. Так, берем. Убирайте. Суки. Посмотри, он сам даже выбежал. А, нет. И начинается просто тупо мясо. Ну посмотрите, сколько их здесь. Это настоящий сцен. Просто 10 из 10 сейчас все это так. Давай. На, блядь. Это за твойки, за учебу. Знаете. На, прикиньте, глазом. На. Блин, вот мне нравится вот этот момент тем, что много крови с говном. Все. Все отлично. Музло, конечно, такое, знаете, шикарное. Конечно, это Сэм. Тут всегда классно мышцы с одной стороны. Так, пацан, обратно идти. Ладно, пусть это. А, опять эти бедаки. Ну, конечно, подперли эти. Блин, кажется, я зайду прямо с самого начала уровня. Да вы же когда-нибудь закончитесь, нет? Они так смачно, кстати, взрываются. Это было весело, конечно. Блин, рука устала. Обычно она устает, когда я дрочу, но... Ладно, я пошутил, я этого не делаю. Так как у меня есть... Блин, что я сейчас сказал? Ладно, забудьте. Будем считать, что я ничего сейчас не говорю. Точно, у меня же есть устойчивость. Давайте я вас на молот посажу. Да блин. Да ты там что такой скользкий? Ну что, пойдемте? Вот это туша. Кстати, это, наверное, единственный бык за всю игру, который не сразу задыхает. Смотрите, как он меня тут подбрасывает. Смотрите, сколько я патронов не усадил из кустов. А вот и мой бифштекс. Интересно, бифштекс он вкусный? Я его никогда не пробовал. По идее, мы должны были отсюда выйти, кстати. Но что-то не получилось. Да я, в принципе, туда бы все равно не пришел. Я на месте. Разгреби этот зверинец, иначе мы не сможем сесть. Принято.
так вот за нас уже беспокоится. Короче, вертак не сможет прилететь, пока мы тут не разберемся. Да, конечно, тут солнечно, конечно. И красный. Сколько кровища, конечно. Вот так дружно стали. Давайте подходите, я не боюсь. Да, господи, пролезай. Господи, что такое кривой? Следующий к педиатру с двустволкой. Музыка прикалывает. Вообще у меня ВКонтакте, наверное, дохера песен, точнее треков из Сэма, из разных частей. Ну а чё? В принципе, композитор хорошо постарался над музыкой. Получай. Избивает, не избивает. Ну-ка, я смогу ему на бушку скачать? Ну-ка, стоп. Ты костяшку сдохни. Да стой, подожди. Мне почти получилось. Нет, конечно, не получилось. Но это было бы достаточно забавно. Солнце отпидорительное, конечно. Как они умеют лазить по стенам, я понятен. Зона готова. Можно садиться. Понял. Симпатяшка. А вот этот биомеханоид. Так, осторожно, пацан. Срань господня. Господи, какие уже у тебя большие мозги. Ты
поворачиваться. Стоун, связь с Гарретом потеряна. Что происходит? Вертолет сбили. Эвакуация сорвана, повторяю. Вертолет сбит. Вот суки. Окей, зачисти сектор и спасай экипаж. Я так и делаю. Ясно. Держи меня в курсе.